Всем привет, друзья! Вы на Codeplay, и мы продолжаем Forgotten Anna. На этом моменте мы остановились в прошлой серии. И мы продолжим вместе с вами. Дневник. С большим удовольствием я пишу это письмо, чтобы подтвердить свое согласие на ваше заявление, чтобы он служил сторожевой башне на территории башни. Как вы отметили в своем впечатляющем письме с подписями, башня должна быть спокойной и безмятежной, чтобы максимизировать производительность. Но еще большое значение имеет уверенность в том, что Энн в безопасности. Ее безопасность является ответственностью сторожевой башни, поэтому вы должны будете держать ее в безопасности и комфорте. Я с нетерпением ожидаю вас увидеть на недавно построенной сторожевой башне в кратчайшие сроки, чтобы приветствовать вас в семействе, в котором вы были взяты. Твой Бонки-создатель. How are the repairs coming along? Oh, I forgot the anima wrench. I think I remember seeing it in the basement somewhere. Так, гайку взяли. Нет света. Не включается. Окей, сейчас подключу. Так, это типа забрать. О, привет, манекен. Ты знаешь, для учебного манекена вы хорошо выглядите. Что? Ах, вас заставили, заставили охранники? Отлично поработали. Тренировочный. Да уже заряжено, да, арка. Будет. Так, заберем.
Я нашла твой ключ. О, именно то, что мне нужно. Спасибо, Анна. Какой прогресс? Почти готово. Этот гаечный ключ не напоминает тебе, Анна? Когда мастер Банки настраивал хранилище, вы случайно уронили ему на ногу. О, верно. Я совсем забыл об этом. Он планирует все сложнее оборудование для нас. И все здесь я пытаюсь открыть ворота. Это безумие. Однажды мы повеселимся, и еще мятежники здесь. Эти появились. Заставляют меня задаться вопросом, что будет завтра? Я думаю, что это будет... Элемент управления ворот должны быть зафиксированы. Попробуй. Ну-ка. О, да. О, нет. Извини, Анна. Не беспокойся, Тиффани, сломанные ворота меня не остановят. Хорошая работа, мадам. Возьмите этих мятежников. Так, этот дверь поставили мастерскую помощь Анима. Я не могу это исправить. Ну давай. Прыжок веры. Да что ты делаешь? Прям топовый. Топовый прыжок. Энфорсер? Что ты делаешь? Я пытаюсь исправить трубы. Мастер Банка ожидает, что мы отправим последний раздел эфирного моста сегодня. Ногам это не поможет, он не поддержит работу. Ногами определенно не поможет. Реверс на сторожевой башне сломан. Вы не можете справить этот поток сюда. Ох, я никогда не попаду домой. Я больше никогда не буду чувствовать ноги моего хозяина. Никогда не буду пойти поход, по восхождению или бег. Или... Нахожусь, чтобы восстановить аниме мастерской. Ты замечательная. Мы должны вернуться домой. Я больше скучаю по ногам. Что вы больше не хватило в человеческом мире, Энфасер? Хорошо, что за вопрос? Где Стротт? Он в мастерской. Он сегодня в одном строении. Благодарю тебя. Тебе прекрати пинать это. Но это все, что я могу делать. Не рассказывай Страту, что я пинаю. Мы будем продолжать смотреть. У нас где-то есть запасной цилиндр. Мистер Стротт, как сложилась ситуация? Какая ситуация? Позвольте мне рассказать о ситуации. Утечка крыши, моя начинка пропитана, и повстанцы завалили все. У нас есть Зара Анима для отправки последней части эфирного моста. И кто-то и украл мой обед. Сосредоточьтесь на этом. Эфирный мост. Наш приоритет номер один. Я говорю, чтобы отправить банки, вы знаете, я должен отключить трубы и раздаточное устройство, но его нужна анима. Я знаю, что это есть экстренный анима-цилиндр где-то, но теперь, когда вы здесь, почему делать себя полезным, не загружать диспетчер для меня? У вас есть вещи на руке, какой-то причине, не так ли? Ага. Так, дневник добавлено. Репорт 630. Когда я приехал, мастерская была полностью обречена. Мастер, которая была неуважительно агрессивной и грубой в обычном порядке. Но он упомянул аварийный цилиндр, расположенный где-то в мастерской. Я должен загрузить дозатор, чтобы повернуть компоновку эфирного моста в нужное русло. Мятежники будут пробиваться отсюда. Я должен спешить, что я поймаю их там. Так, он не будет работать без анима-схемы. Сейчас включим. Mm-hmm.
У нас появилась Анима, ребята. Выглядит ЖВ. Великая работа, Энфорс. Теперь у нас есть ладно половина мастерской. Так, как чудесно, что вы надеетесь на медаль? Что я надеюсь? Я выбраться отсюда. Мне нужно добраться до наземной станции башни. Вы можете попробовать, но позже, чтобы повстанцы заблокировали вам путь. Это ваше место. Ты не знаешь, как убраться отсюда? Неинтересно. Приоритет номер один – это эфирный мост. Помните? Я делаю, но сегодня утром был блок калибровки хронографа на вашей столе сторожевой башни. Вы могли получить его для меня. Вы не в порядке? Мне нужно добраться до наземной станции башни, чтобы остановить повстанцев. Хорошо, пойдите. Так, моя арка должна быть заряжена, да, что-то прежде чем контролировать девертер. Ну, как все, а? Ну, давай, пошли наверх. Мистер Страт, отчет о состоянии, пожалуйста. Исполните здесь, я восстановил анимаю, вы можете видеть. Хорошо. Я попросил ее помочь получить детали, которые вы отправили, но она, вероятно, этого не сделает. У меня есть маленькая вера в то, что исполнитель будет правильно предоставить приоритеты. Но мы просто должны будем об этом. У меня есть вещи, которые нужно обратить внимание. Позвоните мне, как будете готовы. Хорошо. Приму. Там мы допрыгнем. Thank you.
Здесь ничего не сделаешь. Я не могу попасть на станцию. Наверх мы сможем? Так, есть. Через трубу. Давай, смелее. Место управления. Но никто не управляет контрольно-пропускным потом. Проходим через истощение, опустошит арку. Ага, да-да-да. Забрала силу. Эй, остановись! Этот поезд... Стоп! Ох, эти мечтежники. Мы больше их никогда не увидим. Начни включить этот поезд. Я пойду за ними. Вы не можете, этот рычаг закрывает на платформе. Тогда в другой поезд уйти. По станции должны быть имели помощь. Вы предлагаете, что у вас есть крот? Кто? Понимаю, но где вы найти его? Он должен быть в своем кабинете. Я дойду до конца. Я говорю вам, что подозрительное о нем. Он даже обманывает карты. Кто так делает? Так, рычаг сломан. Должен быть другой способ получить поезд. Интересно. Ну, это мы, получается, освободили, да? Это... Сломано, да. Так, что там? Вот, сверху. Мастер станции Пакс. Исполните, мадам, прошло момента последнего визита. Я должен был наслаждаться. Поезд полный мятежников. Просто оторвался от платформы. Ваш парень обезопасный говорит, что у вас какой-то крот на станции. Крот? Не под моим руководством, мисс Фоссер. Тем не менее, из секты есть, кто отвечает за проверку пассажиров. Если кто-то впустил по станции сегодня, то это, вероятно, и он. У меня нету на это время. Так, один из тех должен быть кротом. Он не продолжает обвинять друг друга. Ага. Есть что-то еще, чем могу помочь? Так, секта крал. Да, ты врешь. Вы обвиняете секту? Я не могу уверен, но если на станции повстанцы, то он не выполняет свою работу. Пойдите поговорите с сектой. Я уверен, что он признается, если немного надавите на него. Между нами, шаг за шагом, я не секте не доверяю. Вот урод, а. Так, пойдем поверху. Ага, переключатели. Два переключателя энергии. Только нам же нужно еще зарядить их. Только сейчас мы будем переключать. Так, это сюда попали.
Давайте на этом, друзья, закончим, и в следующей серии мы продолжим вместе с вами. А пока что это все. Друзья, в следующей серии мы продолжим. Оставайтесь на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем большое спасибо. Всем пока-пока.